Вот. Здесь вот народ уже тусит, купается, даже смотрю. Сможешь спуститься? Андрей, давай назад, а? Владимир Высоцкий, конечно, снимался во многих фильмах, ну, один из самых известных, на мой взгляд, конечно, это «Место встречи изменить нельзя». Есть такой хороший фильм, рекомендую посмотреть, кто не смотрел, года, наверное, вышло, это «Спасибо, что ты живой». А всем привет, ребята, сегодня приехали уже, наконец-то, вот на гору Ахун. Ну, короче, мы, конечно, не на самой горе сейчас находимся, мы находимся у подножия этой горы Ахун. И чтобы подняться наверх, мы услышали такую информацию, что туда надо подниматься 6 километров. 11? Ввысь... Нет, 11 это по серпантину, если как машина тебя везет. А вот так вот напрямую 6 километров. Вот здесь вот проходит мост сверху над нами. Говорят, что мы офигеем, просто подохнем. Ну да, это нереально. А мы сейчас просто посмотрим, хотя бы тут какой-то водопад есть. По-моему, Огурский, если он назвал, да? Старое такое убитое здание. В котором живут. Ну, люди живут здесь. Мы показываем все без прикрас. О, да, спутниковая антенна. Цветничок. Может, даже издают. Может быть. А, доехали, кстати, мы на 48-й. Говорят, еще второй номер еще сюда ходит. Вот речушечка. Скорее всего, эта речушка как раз относится к этому водопаду. Ребятушки, друзья, вот идем, короче, туда. Тут вот машинки такие вот ездят. Кавказский АУ там видим, да? Что, дешево. Вот там даже есть какой-то типа ресторан, я так понимаю, или кафе, не знаю. Сейчас пойдем посмотрим. А, нет, это просто речка, да? Это речка Агура, да? А сам водопад куда? Чуть выше? Да, выше. А. Пройдем тогда сейчас сюда, посмотрим. Ну, вот здесь вот прям чувствуется прохлада такая лесная. Не то, что там палящее солнце. До водопада еще далеко? Не очень. Ну, хорошо. Понятно. Мужчина сказал не очень, а девушка далеко. Ну вот, видишь как, понятие растяжимое. У каждого свое понятие, измерение маршрута. Я, допустим, считаю, ну вообще, известна гора Ахун чем? В свое время даже там Рештальн распорядился построить замок. Это самая высокая гора в Сочи, гора Ахун. Но зато она находится в непосредственной близости от моря. То есть до моря здесь, в принципе, недалеко. И здесь, по-моему, до Хосты, совсем рядышком с Хостой находится. Но не самая, конечно, она не самая высокая. Протяженность Ахуна 5 километров. А высота, в принципе, небольшая, 663 метра. Это как в Геленджике, знаешь, вот этот Мархотский хребет, он тоже 650 метров где-то примерно. Вот, между двумя ущельями, Огурским и ущельем реки Хоста, находится она. Северная часть Ахуна омывает небольшая речка. Вот здесь туристические такие-то автобусы ездят, людей возят на экскурсии. Но мы решили пройти не по экскурсии, а решили пройти собственным маршрутом. Здесь сейчас мы увидим памятник Высоцкому. Как раз можно будет сфотографироваться. Здесь можно перекусить, посидеть. Вот люди тоже отдыхают, пьют водичку. Вот отдохнуть главное, ребята, за собой убрать. Не забывайте вот так вот, да, пакетик. Лучше всего, конечно, даже здесь не оставлять, а вообще его унести с собой. Потому что птицы, как бы звери всякие прибегают. И мусор этот разносит просто. Ну, вот, ребятушки, присели тут немножечко перекусить. Даже заодно взяли с собой, купили пирожков, минералочки. Ну, в принципе, минералочки, я думаю, можно будет и в Огурском ущелье, там из водопадика даже попить. Ну, а что прекрасно, оборудовано такое местечко, как бы, да, типа сделаны такие вот лавочки. Вот поляна Владимира Высоцкого, сам Высоцкий, Юляшка пошла там фото делать. Ну, насколько мне известно, здесь сам Высоцкий когда-то останавливался. Здесь как-то он вообще был неоднократно в Сочи. И даже на тот момент какой-то мэр города, по-моему, ему это место порекомендовал. Вот они ходили здесь, сидели, исполняли песни под свою гитару, я так понимаю. Он был не так много по времени здесь, но, тем не менее, это место закрепилось среди туристов, сейчас очень популярно, и здесь раньше даже, говорят, собирались барды. Барды исполняли свои песни. Вот, обугородили это местечко так вот, хорошо очень сделали. Ну вот, ребята, что еще можно сказать? Владимир Высоцкий, конечно, снимался во многих фильмах, ну, один из самых известных, на мой взгляд, конечно, это «Место встречи изменить нельзя», где он сыграл Глеба Жеглова, да? Но вот последний фильм, который его, конечно, без его уже участия,
Это есть такой хороший фильм, рекомендую посмотреть, кто не смотрел, хотя уже многие, конечно же, видели картину, она уже не новая далеко. 2000, там, наверное, какого-то 6-го года, наверное, вышло. Это «Спасибо, что ты живой». Это Владимир Высоцкий. Владимир Высоцкого сыграл, короче, Сергей Безруков. Ну, очень грим и все такое. Сделали свое дело. Прям реально, прям Высоцкий, как говорится, выглядит, как будто заново родился. Вот такие вот дела. Гитара такая здесь. Семиструнная. Здесь, возможно, предположительно, где-то они познакомились с Мариной Вуаде. Давай. С Володенькой мы сфотографируемся на память. Лучше гор мог быть только горы, которых еще не бывал, как сказал Владимир Высоцкий. Вот идем вдоль дороги к первому нижнему водопаду, Огурскому. Всего вообще их должно быть 3 водопада. Подошли к этому как бы более тщательно, одели такую специфическую обувь, да, кроссовочки. Я думаю, потому что там подъемы, говорят, ну, средняя физическая подготовка все равно нужна. Вот, конечно, лучшее время года это летом. Либо осенью, ну, когда дождей нет. Дошли уже до основной, наверное, такой парковочки. Здесь вот можно машину оставить спокойно, кто на машине. Ну, либо вот экскурсионные автобусы приезжают, вот так вот людей привозят. И там, наверное, что-то экскурсионное, экскурсовед, наверное, рассказывает. Дальше вот также видно автобусов куча экскурсионных. Оказывается, и сюда могут заезжать. Туалет можно зайти. 15 рублей. Не хочешь в туалет? Собачки там что-то кушают, там грызут. Ну вот тут кафешки, рестораны какие-то, кавказский аул называется. Камин, говорят, все дела. Смотри, как сделано красиво. Да, в таком стиле кавказском. Барашки такое, такие вот барашки здесь. Интерьер реально впечатляет. Здесь вот такая шашлычная зона, как бы. Я так понимаю, можно покушать, заказать шашлыка для большого количества гостей. Такой столик огромнейший. Классно, уютно. Горные козлики. Почувствуйте дух Кавказа, ребята. С его гостеприимством. Да? Бочаров ручей. Да, там называется Бочаров ручей. Пойдемте посмотрим еще что-то интересного. Чесночок. Здесь вот у нас, да? Ну вот кому интересно, тот нажмет паузу, посмотрит. Мамалыга. 250 грамм, 294 рубля. Чихагбили из черноморских мидий. 469 рублей. Блюдо прикольно выглядит. Ну, барабуля, моя любимая рыбка. 270 грамм, 742 рубля. Ну, конечно, цены здесь относительно других мест немножко подороже будет. А здесь у вас ночью еще какие-то концерты проходят, да? 7 часов вечера начинается живая музыка, 8 ансамбль Батурай выступает. Кавказского он такой, да, в стиле? Да, 9 часов костер жевания. Костер жевания, это как это, он там, да, зажигается? Да, и что там собранные, делают? Да, записки, просто люди вокруг стоят, записки с своими планами. Спасибо, прикольно сделано вообще, прям с душой, что называется, вложились. 66-го года. Да? Да, кухня тут получается. Да, получается, имеет такую как вот, историческую ценность какую-то даже. Конечно, да. А вот если вот подняться на гору вершину, вот Ахун саму, там где вот крепость, мы сможем подняться самостоятельно? Она вот здесь вот. Здесь это дорога на Огурские водопады. А, это Огурские водопады. Ну мы и туда хотели. А так вообще только на одно место можно, да, попасть? Ну теоретически здесь есть дорога, вот как начинаете прямо идти направо, просто она уходит на Огур. Да? А, ну отлично. Все, спасибо, всего хорошего. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго, хорошего дня. Спасибо, взаимно. Так, ну все, ребята, вот разузнали, как подняться. Я думаю, поднимемся. Двух с половиной годовалым ребенком нам сказали подниматься, и ничего, без проблем. Пойдем. Слева горы, справа горы, одарив Кавказ. Здесь, вот, короче, у нас Орлиные скалы, там где-то находится с левой стороны, оказывается. Скалы, там возвышается у нас по мифам, вот по этим есть, да? По древнегреческим мифам, там Прометей. Вот он там где-то, не знаю, насколько мы сможем пройти. Еще раз повторюсь, сувениры всякие разные.
И воздух немножко уже не такой, как в городе. Ну, кстати, чем-то воняет, либо сероводород. Ну, это сероводород, может быть, минеральные источники какие-то. Попахивало, сейчас уже нормально, сейчас уже такого уже видно. Кафешечка такая сделана, да, лавочки, наверное. Можно что-то заказать. Огурские водопады, сочинский квас. Ну, торговли в данный момент нету. Видно, не сезон. А, посещение платное, ты в курсе об этом? Да. Ну, стоимость посещения 100 рублей. Сочинский национальный парк. Ну, вот до него бы нам добраться бы. А тут же идти? Вот этот Прометей. А до Прометея так же идти? Да, через 300 метров пробовают к первому Амурскому каньону. Мы дойдем до Прометея здесь, да? Ребят, нет, послушайте. Пешеходно-прогулочный маршрут. Протяженность по ущелью около 2 километров. Это является маршрутом оборудованной тропы. А. До Прометея 4 километра. Понятно, там уже не оборудовано. Тропа ничего. Не оборудована, более экстремальная, тяжела на проход. То есть физически поэтому... так вот, если средняя нет, подготовка? Нет, оно проходимое. Ну-ну-ну. Но есть какая-то опасность срыва? Никакой нет? опасности. Нет? Как сильной такой на подъем нет, но темнеть будет скоро. У вас хватит времени подняться? Не знаю, я ж попробую. Не знаю. Я вам сейчас чек пробью, подождите. Ага, хорошо. Мой вам совет. Вы сейчас поздно пришли. Сейчас практически уже 5 часов. Да, уже завтра уже времени нету. Завтра уже уезжаем в другое место. Я понимаю вас, но это самое. Понимаете, здесь освещения искусственного в лесу нет. И мы ориентируемся как природный объект. Вот служба спасательная. Тут даже есть телефон. 8-918-436-54-21. На всякий случай, мало ли. А вдруг мы не успеем. Ну, мужчина мне сказал, там никакой опасности нету. Пройти можно легко. Тяжело на подъем, естественно, потому что в гору все-таки тянут подниматься до Прометея. Поэтому не каждый может. Единственное только, да, то, что, может быть, не успеем по времени, потому что темнеет рано. До Прометея дошли? Нет. Далеко до него, да? Сказали, слишком... еще после водопада, еще 4 километра в одну сторону. То, да, поэтому мы не пошли, мы это... два классных водопада видим. Да, сколько, вот, два? До последнего здесь внизу, там вверх будет тропа, обязательно поднимитесь. Там, там два, да, получается всего? Здесь вот вообще маленький. Маленький, да, туда еще лучше будет. Дальше, который будет, где все будут, там, где купаются, там, а потом еще выше камни. Поднимитесь, туда не все поднимаются. Ага. Но мы тоже дальше уже не там пошли, тропинка, просили, сказали, что лучше вот второго водопада, вот там выше ничего нет. Ну, только если Прометей вот это посмотреть. Ну да, это 4 километра, конечно, жестко. Ладно, спасибочки, хороший отдых. В августе месяце попали в блокаду, поэтому были организованы выходы в лес. Собирали, в первую очередь, каштаны. Если бы не было каштанов, как много всего рассказывают ребята. Если такие камни, они, кстати, могут быть некоторые скользкие, поэтому будет бережно по отношению к себе. Угу. Может споткнуться, упасть. Особенно ты. Разбиться, сломать ногу. Но, может быть, конечно, такого не произойдет, если будешь держаться за опорочек. Ну, там еще вот, здесь вот обувь нужна будет, такие бы шлепки пригодились бы, конечно. Ну, я думаю, мы с тобой горные олени, мы везде успеем. Как что значит не полезем? Я везде полезу. Подход такой, наверное, первый подход к маленькому водопаду. Ну что, ребята, вот мы сами стали свидетелями, сейчас вот экскурсия здесь проходит. Всего дают здесь людям по 10 минут. Как бы, да, на 10 минут, я думаю, тут, в принципе, еще толком нормально насладиться не сможете атмосферой. Тем более в такой толпе. Лучше, конечно, приезжать сюда рано утром, когда никого нету. Такой важный фактор, то, что они заводят вас на экскурсии, правильно, как правило, в те места, которые абсолютно вам нахрен не нужны. Допустим, те же медовые какие-то там дегустации, там, или вина там какие-то, да, вот эти дегустации, чтобы вы больше купили, как бы, да, у них все продумано, вот этот маркетинг, что как бы на отдыхе, и люди начинают там, дают чуть-чуть пробочку попробовать, и люди рапинеют, и в итоге покупают, вот, ну, 10 минут, я считаю, это издевательство. Конечно, они отрабатывают свою побустер-программу, и... Люди поэтому как-то не успевают, вот они бегом по камням, галопом по Европе, что называется. А мы сейчас, ребята, наслаждаться будем по полной программе. Но мы можем и поставить и палатку, но у нас ее с собой нету, к сожалению. А так пойдем сейчас этот первый водопад, по-моему, чертова капель называется, насколько я понимаю. И дальше вот там, по-моему, пройти выше, там еще, говорит. Ну вот по таким камушкам сейчас Юляшка покажет, как идти. Тут, кстати, можно поймать еще и змею хорошую. Ну, конечно, такое количество туристов, ее уже испугали, она уже убежала. Нормально, ты справишься, я знаю, ты можешь. Вау, а здесь прям купели, ребята, вот реально вот здесь вот купаться можно. Я бы даже думаю, там рыбка вижу плавает, не форель ли случайно? Я Прометей? Да, кстати, также на вершине стоит, только на орлиных скалах. А? А вы из Крыма приехали, да? Это вы одним днем на экскурсию приехали? Нет, в Сочи? Я приехал в самолет. А, понятно.
Ну там горы просто повыше, горы, да. А здесь же вот эта гора невысокая, она 600 с чем-то метров всего. Не, так прохладно все равно. Нет? Нет, у нас в Крыму, у нас будет 2 часа 4. Смотря в Крыму в каком месте. Ну да, тоже. Вы были, нет? Да, но Ялта, южный берег Крыма практически весь объехали. Вы оттуда, да? Да. А откуда, с какого конкретно места? Я с Саки, Евпатория. А, Евпатория, но это уже северо-запад, по-моему, считается. Ну, там рядом от нас. Ну да. А так, почем у вас экскурсия обошлась? 650. 650 рублей? 200 за вход сюда, 300. Аккуратнее, можете упасть, там можно споткнуться и прямо туда. Глубина 2 метра, ну не глубоко, но все равно. 2 километра. 2 километра, 2 метра всего. 2 метра, вон рыбка, о, рыбка. Ой, рыбка, да, золотая. Там их много. Там много рыбок. Можно прям рыбалку здесь устроить. Прийти сюда. Еще бы форель бы была, обречная бы. Все, туристов. Сейчас туристы уйдут, и мы останемся. 650 рублей стоит экскурсия, вот, ребятушки. Плюс 300 вход. Плюс 300 вход еще отдельно оплачивали они? А нам даже обошлось это всего в 100 рублей, получается. Не, какой 100 рублей? 25 рублей с тебя и 25 рублей с меня на автобусе. Мы доехали до сюда. И плюс еще 100 рублей, да, за вход мы отдали, получается 250. Кстати, можно искупаться было бы. Высоко. А здесь глубоко, да? Это как место называется? Чертова купель как-то, да? Не знаю. Я там слышал как-то, говорил экскурсовет, что-то типа этого. Да. Сейчас вот 300 разбегутся. Ребята, ну вот сейчас вот прям вообще балдел же здесь, да? Никого нету рядышком. Просто вот лежать и находиться здесь очень приятно. Хороша прохлада, аж в жаркую погоду здесь просто такой райский уголочек. Вот так вот это местечко выглядит, когда нету туристов. Это вообще обалденно. Тишина и покой. Так, а вот сейчас мы идем уже от этого водопада, отходим в сторону. Нырять запрещено, написано, в принципе, да. Ну вот, я была права. Ты была права, но это не значит, что люди не купаются. Вот, ребятушки, поднимаемся выше, в горы. Ну, без спортивной обуви, даже здесь такие предупреждающие таблики. Проход только в спортивной обуви. Но есть преимущество, вот такие вот камушки, да, можно присесть, немножко отдохнуть и подниматься выше. Но до Прометея вот таким вот макаром надо подниматься где-то 4 километра, нам сказали. От второго водопада, мы еще до него не дошли. Но, вы понимаете, идете, насыщаетесь кислородом. Я думаю, это как-то окажет благоприятный эффект на ваше здоровье. Ребята, на этом наше путешествие не заканчивается. Смотрите во второй части видео, которое скоро выйдет на нашем канале. Продолжение нашего пути до второго и третьего водопада. Будет очень интересно и захватывающе. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем добра!